Я всех приветствую. 15 марта, вот сегодня, по сравнению со вчерашним днем, пчелки начали выходить на облет. Картинка более красивее, чем вчера. Практически в каждом улике пчелки вышли на облет. Не так, чтобы массово, но уже, можно сказать, нормально, полноценно облетываются. Вот в голубеньком улике там вообще идут более-менее. Вчера здесь немножко облетывались, и сегодня так. Но в этом альпийцы пошли хорошо. А вот в средненьком альпийце пчелки не летают. Вчера там немножко пырхали, сегодня пока тишина. Но они и зимовали, в принципе, спокойно. Особо их ничего не тревожило. Восьмирамочники, которые вчера подсокращал немножко рамки, тоже пчелки вышли на облет. Небольшой этот отводочек. Но лучше всего в этом альпийце и в тех уликах. Ну, а это что-то молчит. Погодка у нас сегодня на солнышке вообще красота, полный штиль. А эти сегодня не хотят летать. И вот между делом решил более-менее нормальная погодка заменить донья в альпийцах, в этих двух. Начнем, наверное, вот с этого. Хотя здесь корпус, высокое дно. И кто смотрел ролики, ушли они у меня в зиму, они оттянули от рамок до низу. Здесь еще дополнительный сот. Также я их пустил в зиму. Вот надо сейчас убрать один корпусок, подсокращу на два корпуса. И та же самая в том альпийце. Нижний корпус уберем и заменим дно. Хотя там пчелки вышли на облет, и в первом корпусе будет достаточно пчелы. Но посмотрим. А в этом обязательно сейчас это все дело, процедуру, вместе с вами посмотрим, что удастся заснять, покажу. Ну вот, подготовил донышко, сейчас посмотрим. Эти пчелки еще сидят в клубе, не собираются они облетываться. Но тем и лучше. Сейчас отнимаем вот эти верхние два корпуса. Пчела вся будет сверху. Снизу здесь не должно быть пчелок. Если будут, то единичные. Отставляем и сразу ставим на это место. Так, стамесочка. Подковырнем корпусок. Ну, а теперь можно снимать его. Эту процедуру надо было делать немножко раньше, но немножко затянули это дело. Сейчас это все будем поправлять. Ну вот и все. Убрали один корпус, сократили. Сейчас на нижнем корпусе здесь
скопление влаги, немножко пчелок, но как и предполагалось, здесь пчелок нету. Сейчас посмотрим, что здесь в рамках. Ну, как видите, метку полная рамочка. Так. И здесь немножко подъели и почему-то ушли на верхние корпуса зимовать. Медок остался. Но на нижних даже он еще и перга имеется. Ну, сейчас бегло посмотрим все рамочки, что у нас тут. Вот так вот они отстроили ниже рамок, высокое дно без сетки. Они отстроили практически рамки. Ну вот так это они вывели, с краю осталось, и как клуб сидел, он так и поднимался кверху, а с краев вот этот медок весь оставался. То же самое, как сидел клуб, до половины все съели и ушли наверх. С этой стороны запечатанный медок полностью остался. Грубо говоря, почти по полрамки. То же самое. Вот это отличительная особенность зимовки в альпийцах. Здесь вот вообще на крайней рамке практически вот сколько меда. Но пчелки, когда видно потепление было, разбрелись. Полностью запечатанная медовая рамочка. О, полностью запечатанная. С этой стороны клуб не сидел. И поэтому метку тут осталось еще вагон. Вагон и тележка. Еще бы одну зиму перезимовали. Ну, уже досмотрим до конца. То же самое, полностью медовые рамки. Ну а крайняя тут уже вопросов нет, она тоже будет. Немножко пошла плесень по рамочкам на краю. Да, все рамки залиты. Это первая у меня экспериментальная зимовка. В прошлом году посмотрел эту систему ульев. Альпийские улики. Решил проэкспериментировать, попробовать. Уже в прошлом сезоне заселял их роями. И уже с этих альпийцев попробовали медку. И в сотах. И еще откачивал. Хотя, когда в зиму уходили, на двух корпусах мед не забирал полностью, практически немножко подкармливался харком, а так они зимовали на своих кормах. И в одном, и во втором. Но этот проблематичный, он с января месяца клуб распался, пчелки разошлись. И поэтому, не знаю, сейчас в этой семейке нижний корпус будет пчелой, потому что на облете пчелки. Пчелки на облете. Так что сейчас убираем вот этот корпус, отставляем, занесем рамки отсюда, переберем, почистим донья, просмалим, и рамочки еще пойдут с метком в ход на скорм пчелкам.
Ну вот предварительно снял подкрышник, утепление, чтобы переставлять было проще и легче. Донышко поставил. И сейчас немножко дымонем и попробуем переставить чулок. Посмотрим, что там в первом корпусе, в нижнем. Пчелки ползают, облетываются со всех сторон, сидят на улике. Ну, как и предполагалось, на нижнем там те, которые только выходят. Тоже по краям есть сырость, заплесневелые пчелки. Значится, нюанс какой. Пленку, наверное, сверху ложить не надо, ложить надо холстик. Хотя они благополучно перезимовали. Обои семейки. Сейчас глянем, что в рамочках. Ну а здесь пусто. Пусто. И здесь пусто. Ну вот, чуть-чуть метко осталось на одной рамочке. Здесь практически тоже все выбрали. Этот корпус практически, можно сказать, пустой. На крайней рамочке чуть-чуть это осталось. Пятачки небольшие. То есть в сравнении с первой семейкой, поэтому она и сидела так неспокойно с января. Не зря мы ее кормили. Да, все рамочки пустые. Здесь уже пошла плесень на крайних. Да, то есть фактически здесь по метку пусто по сравнению как в первом альпийце. Но, по крайней мере, экспериментальная зимовка прошла, можно сказать. Пчелки перезимовали. Это уже радует. Ну, а теперь этот корпус убираем. И сюда перестанавливаю на то же место, где и стоял корпусок. Вот так вот мы посмотрели. Поменяли донья, немножко сократили объем гнезда на один корпус. Ну и получается, все необходимые работы с альпийцами уже провели. Так что можно уже здесь спать спокойно. Ну, вот такой небольшой обзорчик по нашим альпийцам. У кого возникают какие-то вопросы, советы, задавайте, комментируйте. Всем добра, всем удачи, всем пока.